Уже в августе всех жильцы многоквартирных домов в крае начнут исчислять деньги на капитальный ремонт жилья. Одни будут вкладывать средства в общий краевой счет, другие копить конкретно на свой дом. Но как быть, если ремонт требуется уже сегодня? В такой ситуации оказались собственники одного из читинских домов. С подробностями Татьяна Окладникова. Товарищество собственников жилья «Надежда» обслуживает дом номер 61 в микрорайоне «Северный». Дом относительно молодой, но вот инженерное оборудование в подвале наполовину пришло в негодность. Ремонта потребовала и жилищная инспекция. Чтобы предотвратить коммунальную аварию зимой, работы нужно начать уже сейчас. Где взять деньги, задумались в ТСЖ. И решили привлечь средства, которые жильцы начинают складывать на специальный счет для капитального ремонта дома. Поскольку накопленного еще нет, решили заплатить авансом. Мы собираем собрание, доводим до жильцов, сразу до жильцов, потому что мы знаем, что решать вопрос это только нам. Вот. И говорим, давайте будем сдавать пораньше. Вот. Потому что, да, обращаясь в администрацию, нам сказали, можете. И на эти уже собранные средства начать работу. Так как лето в Забайкале очень короткое, и оно у нас заканчивается в сентябре месяце. И надо будет уже подключать к отоплению наше жилище. По оценкам специалистов, необходимо провести 100 метров нового трубопровода, поменять 82 крана, и это только часть работ. На все потребуется порядка 250 тысяч рублей. Сознательные жильцы заплатили, не раздумывая. Кто-то даже сразу за полгода. Я сдала за 4 месяца вперед. Это получилось где-то 1800 за 4 месяца. Но в месяц платится у меня у трехкомнатной квартиры 472 рубля. Я полагаю, что большая часть жильцов дома все-таки за положенное время деньги внесут, потому что ремонт подвального помещения – это самое главное для подготовки к зиме. Проблема в том, что активных жильцов оказалось меньше. 24 квартиры из 117 внесли свой вклад в будущий ремонт. Вместе они собрали лишь 38 тысяч рублей. Заставлять остальных сдавать деньги в ТСЖ, конечно, не будут. Однако решить финансовый вопрос могут только сообща. Раз уж они копят деньги на свой счет, сами заботятся о том, что, когда и как ремонтировать. Единственный выход – оставить капитальный ремонт до лучших времен, говорят специалисты, когда удастся накопить деньги. Только вот выдержат ли трубы в подвале предстоящую зиму, предугадать невозможно. Татьяна Окладникова, Фуат Насерли, Вести, Чита.